Всем привет! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на очень серьезную новость, которая из-за массовой оболванивающей пропаганды мало кто воспринял так, как она есть на самом деле и какие последствия в дальнейшем на нашу жизнь, на нашу выборную систему эта новость окажет. Вот есть такой замечательный советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко. Он уже не первый год является депутатом Государственной Думы, но более он знаменит своей творческой деятельностью. Вот список его наград и званий, премии, призы на кинофестивалях, начиная с 1985 года. Он был актером, снимался в нескольких своих фильмах, но больше всего он стал известен как режиссер. Вот фильмы «Блондинка за углом», «Кто жил в советское время, помнит этот фильм», «Афганский излом», шедевр «Собачье сердце на все времена», а также самые лучшие кассовые сериалы 90-х и 2000-х, «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». «Мастер и Маргарита» также он снял. Так вот, этот человек сделал одним своим движением то, что не могут сделать все оппозиции во главе с Навальным, Соболь, которых задерживают там без конца. Вот этот режиссер, он выставил свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. И за неделю до выборов практически снял свою кандидатуру в прямом эфире. Он высказался по этому поводу. И, по сути дела, обличил всю выборную систему в Российской Федерации. Назвал некоторые фамилии, которые ответственны за подтасовку будущую результатов выборов. И я думаю, что в дальнейшем это очень серьезно отразится на нашей выборной системе и на нашем государстве в частности. Он сделал этот шаг, ни с кем не советуясь из партии, по его словам. Сейчас уже начинаются репрессии в отношении него, появляются материалы об этом. И как сказал один из журналистов по фамилии Малькевич, Бортко разыграл драму в прямом эфире. А на мой взгляд, этот режиссер исполнил свою лучшую режиссерскую работу. Время покажет, насколько сильно этот его поступок скажется на судьбе нашей страны. И в конце я продемонстрирую вам вырезку из его выступления на телевидении с канала аудиостатьи. Вот буквально несколько секунд, послушайте, что он говорит. Но я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая. 5 тузов в колоде. Этих выборов проводить нельзя. А не странно ли, когда выборы губернатора происходят в других субъектах федерации? Но то, что я сейчас снялся, хотя бы поставит какой-то знак на этих выборах. Может быть, так больше не будет. В 9:30 направление я приношу в избирком заявление о снятии с выборов. Всем рекомендую внимательно послушать то, что сказал Бортко, ознакомиться с этим видео и следить за тем, как будут развиваться события. На мой взгляд, это поступок человека с большой буквы. Ссылки на видео с заявлением Бортко и на канал аудиостатьи прикреплю в описании. Спасибо за внимание. Всем пока.